Гутен Морген. Тоже. У меня, короче, план возник. Или мысля, или как это сказать. Нет, мысля. Мысля составить план. Во. План по поиску самки. Не, ну знаешь, я просто о чём всё думаю. Оно-то все хорошо, оно-то зашибись, оно весело и задорно, так вот самому жить на природе. Но чуть-чуть чего-то не хватает. У меня уже мышцы на правой руке. Даже фитнес-тренер говорит, а что у тебя, говорит, левая рука больше правой? Ладно, это я, конечно, шучу. Не, ну просто, знаешь, какой-то маленького такого нюанса в жизни не хватает. И вот что, значит, думаю. Не, ну это, конечно, можно назвать методом брутфорса. А не, ну а с другой стороны, что метода брутфорса? Метод брутфорса — это когда это, ты должен перед тем, как с бабой жить, начать каждую трахнуть, да, к примеру, безвыборочно. А я просто хочу, как это, увеличить себе это, товаропоток, или как сказать. Короче, схема какая. Переезжаю же я в город. Сажусь, беру блокнот. Этот, ручку. Короче, все как в сетевом маркетинге. И составляю список всех заведений, спортивных клубов. Потом захожу в каждый клуб, составляю список всех секций, которые там есть. Ну, чтобы это максимально, с женских, естественно. Чтобы можно было максимально увеличить количество баб, с которыми придется пересечься. И все, знаешь, как в этот план составляешь, там, понедельник, там, на 10 утра, ну, короче, три встречи, знаешь, три похода в фитнес-клуб, там вторник, ну, воскресенье, выходной. Ты прикинь, сколько можно за неделю, если даже, это не, ну, три раза я шучу, это же еще сил может не хватить, чтобы столько перезаниматься. Это, ты увеличиваешь, насколько шансы просто, как бы, ну, не, ну да, шансы увеличиваешь, сколько ты самок можешь пересмотреть за все это время дело. А что еще самое важное? Ну, я все-таки считаю, знаешь, в фитнес-клубе это с большей вероятностью можно встретить нормальную самку, чем в каком-то ночном клубе. Ой, в ночном клубе вообще самку встретить нормальную нельзя. Это знаешь, друг, это... Ну, какие нормальные бабы туда ходят? Ну, не знаю, ну, может быть, там... Случайно забрела это с подружкой. И все. Ну, вероятно. Не, ну видишь, я тоже как-то познакомился с одной девицей раз. Мы с ней еще 2 года проволандались. А главное, знаешь, этот, так, ну тоже она говорит случайно. И вот я, как я, короче, как всегда, этот дурачка включаю, помню. Познакомились, у меня были очки со сменными линзами. Ну и сменные линзы были просто эти, прозрачные. Это. А я такой сижу, я не знаю, вечно что-нибудь этот спонтанно в голову придется отжечь. Я, короче, очки снимаю и начинаю так щуриться на нее смотреть, типа это, глазки строить. А она, оказывается, у нее тоже проблемы со зрением, вернее, не тоже, у нее были проблемы со зрением. И она меня так успокаивает, типа не комплексуй, я тебя понимаю. Ну и, короче, как-то так вот мы познакомились. Ну, она меня постарше была, лет на 8. Хорошая девушка. Блин, так все это давно было. Короче, ну все равно, я считаю, в клубе это тогда еще, может быть, что-то и было, а сейчас, думаю, уже нету. Это, понимаешь, люди просто это, поколение за поколением вырождается, все становится хуже. Как говорит, Пепси-кола раньше была лучше, а сейчас она стала значительно хуже, чем 20 лет назад. И что? А еще что, знаешь, самое главное. Я это уже сказал или нет? Ты же там бабу по запаху можешь услышать. А то вот это понабрызгаются одеколонами. Ты же понимаешь, что вообще природа так интересно устроена, что самец самку, соответственно, как и самка самца, слышат по запаху. Люди как-то нам вот благодаря вот этой индустрии красоты вбивают какие-то шаблончики. Ну, более-менее, все равно вбивают. Ты ничего с этим не поделаешь. Это, люди свои естественные, так как они едят непонятно какую еду, от чего у них это, токсины, когда через организм выходит, от них жутко воняет,
они пользуются всякими одеколонами, дезодорантами, преспирантами и прочей фигней, тем самым постоянно моют себя мылом, то есть смывают естественный свой запах. То есть у тебя даже шансов нету познакомиться с нормальной бабой вот так вот по-хорошему в нашем мире. Неправильно сказал. Не то, что не с нормальной, а именно с той, с которой нужно. А так и получается, что люди, я не знаю, опираясь на какие... Нет, я не рюшу за всех, некоторым, конечно, везет. Но большая часть, опираясь непонятно на какие эти побуждения и мотивации, знакомятся, заводят детей. Это между собой толком даже и не спят и считают, что ну это нормально, это ж так у всех. Нет, друг, это не нормально. Это, или, допустим, он там... Он еще, у меня один знакомый есть, это вообще фишка. Он еще не женился, собирался жениться, ну, уже сейчас он женился. Он еще даже не женился, а этот, то там с девицей спит, то там с девицей спит. Я говорю, та, ну, то, та, это, та замужем. Я говорю, а ты жениться нахрена собираешься? Я вот этого, знаешь, вообще не понимаю. Нахрена жениться, если еще с кем-то потом спать? Это вообще сумасшедший, это просто сумасшедшим, мне кажется, надо быть. Ты представляешь, что у меня какое сумасшедшее окружение, друг? Я, правда, такого только одного пока знаю. А как, а вообще, а через интернет, вот как ты себе представляешь, вот люди там знакомятся? Не, ну может быть это если судьба какая-то, знаешь, вот человек, там ты случайно забрел его на страничку, вот именно действительно случайно, там, что-то лайкнулся. Я тебе раз расскажу, как-то я хотел с девицей познакомиться, и просто взял вот всех подряд это по контакту. Ну, на Мамбе я вообще считаю, что там просто этот один... Не, ну с другой стороны, я ж там тоже есть. И даже с девчонкой с одной познакомился недавно на мафии, которая, прикинь, обряд айаваски проходила где-то чи в Мексике, чи в Перу. Она говорит, а я тоже на Мамбе есть. Ну, понимаешь, ну то, что человек там на Мамбе есть, и то, что ты с ним познакомишься, это шанс к нулю стремиться. Вот так вот, ВКонтакте, допустим, пересматривал я всех подряд, вот так вот, знаешь, взял, выбрал город, этот возраст более-менее, и всех подряд, я убил целую кучу времени, но нашел такую, знаешь, девица вроде... Мне понравилось, то есть по интересам, которые у нее там забиты, книги, которые она читает, это фильмы, которые она смотрит, это по внешности тут такая интересная. Да я дрочил на нее 2 недели до того момента, пока мы встретились. И что ты думаешь? Мы когда с ней встретились, это вот сразу, мгновенно, это, никаких чувств, никаких желаний, никаких эмоций. Просто как этот, как дружбаны сидели, чай пили и все. На этом так и закончилось. Все, остались друзьями. Вот тебя знаешь, вот такое, когда ты человека слышишь по запаху. Так видишь, у нас. Я думаю, что это все начинается из-за неправильного питания. Смотри, неправильное питание блокирует вообще восприятие к запахам. То, что ты когда вот на живом питании, то ты по запаху знаешь, что можно есть, что нельзя. Да, даже вот не то, что знаешь, там полностью на живом питании, ты знаешь, это там можно может рыбы захотеться, может каких-то ягод, которых ты отродясь не ел, либо чего-то тебе уже не хочется. Но ты не сможешь себя натолкать ненужной едой. Это природное. Вот даже я не 100 раз уже, да, наверное, этот пример приводил. Нет, это другой пример. Чуть-чуть не в тему. Но все равно. Вот что-то интересно даже. Сырых орехов, миндальных, к примеру, ты много не съешь. Ну, я вот, допустим, не знаю, ну, 150 грамм, если ты, я съедаю, у меня плохо. Ну, столько даже нежелательно есть. Но жареных миндальных орехов, я на пароходе, я вот так вот сейчас вспоминаю, я думаю, это какая сумасшедшая нагрузка на организм. Наверное, любой бы врач и медик мне бы сказал, что то, что ты, у тебя же поджелудочная там не отвалилась, это вообще замечательно. Короче, я, ну, иногда я себе развлечение делал, я себе жарил миндальные орешки и с пивасом пил. Но я так мог выпить, ну, пива там я немного пил, потому что там сильно много на пароходе не выделяли, в смысле, я сам себе не выделял. Ну, там 3-4 банки, это 200 литров, да? Под 300-граммовые. Так я съедал жареных орехов грамм 400. Вот понимаешь, ты даже жареной еды, термически обработанной, ты уже по умолчанию можешь съесть больше, чем нужно. А вот вообще орехов там, да в принципе любых орехов, их больше 150 или 100 грамм просто есть нежелательно, потому что слишком тяжело усвояемая еда. Ну видишь, это конечно с запахами не связано. Ну короче, такая теория. Не, ну это все-таки не совсем метод брутфорса.
Нет, это метод вообще. У меня, знаешь, у меня есть один знакомый, тот. Он не знает, что хочет. Вот я-то знаю, что я хочу. Чем мне надо. Это, у меня постоянно этот образ определенный фоновый держится от того, что должно быть с самкой. Мне не надо, чтобы она, знаешь, там обязательно вот на момент нашей с ней встречи была там веганом, не курила, это читала всякую чушь и прочую. Просто, знаешь, если человек, который открыт к чему-то новому, и может, ну, не зашоренный, а есть этот закапсулированный. Мне, в принципе, знаешь, баба может даже, грубо говоря, и на героине сидеть. Это в момент нашей встречи. Вопрос, это единственное, что это хочет она ли так свою жизнь закончить, или она адски хочет ее каким-то образом изменить. Ну, то есть, у меня, например, такое отношение. Я не отношусь к людям, которые знакомлюсь только с сыроедами или только там с такими-то. Ну, это чушь, я считаю. Понимаешь, если с такой позиции подходить, а как может, каким образом может измениться мир на планете? То есть в том-то и дело, что ты наоборот, это вытягиваешь людей из матрицы понемножечку, понемножечку. Оно потом лавинообразно попрет, я тебе говорю. Мне так хочется в это все верить. Ладно, давай.